начала текущего года на московской железной дороге произошло 22 ДТП. 15 человек пострадали, трое погибли. Два случая было допущено в границах Брянского региона. В них пострадали два человека смертельно. Для профилактики несчастных случаев на переездах железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги совместно с сотрудниками ГИБДД проводят акцию «Внимание! Переезд!». Снижение числа ДТП на переездах возможно только при строгом соблюдении правил дорожного движения всеми участниками движения. Водители Брянского городского автотранспортного предприятия ежедневно перевозят десятки пассажиров. Владимир Чувилин – водитель со стажем. За рулем автобуса – 34-й год. По железнодорожным переездам опять же скажу, что в первую очередь нужно неукоснительно выполнять правила дорожного движения, обращать на звуковую, световую сигнализацию на переезде, ну и на действия дежурного по переезду. Вот. А еще от себя могу сказать, даже когда еду по переезду и он открыт, то все равно ворочаю голову в разные стороны. А вдруг? В границах Брянского региона 198 железнодорожных переездов, 21 обслуживается дежурными работниками. Для предупреждения происшествий железнодорожники проводят комплексную работу, организуют мониторинг состояния переездов, техническое обслуживание и модернизацию. По инициативе Московской железной дороги мы устанавливаем камеры на железнодорожных переездах. Это несколько дисциплинирует водителей транспортных средств, потому что тот видеоматериал, который отснимается видеокамерой, мы передаем в ГИБДД. Я обращаюсь сейчас к каждому. Пожалуйста, подъезжая к железнодорожному переезду, помните, что вы отвечаете не только за самого себя, но и за пассажиров, которые сидят в вашем салоне, в том числе и за тех пассажиров, которые едут на рельсовом транспорте. Александра Савельева, Александр Жучков. События, Брянск.